Напротив Одесского вокзала бездействует фонтан. «Скажите, — спрашивает приезжий москвич у одессита, — этот фонтан когда-нибудь бил?» «Что за вопрос? Он бил, есть и будет бить!» «Вы меня извините, я к вам присматриваюсь и не могу не спросить. Вы, случайно, не сын старика Швенибовича с седьмого фонтана? Случайно?» «Да, я его сын. Но что случайно, я слышу впервые». Одесса, женская консультация. «Извините, — спрашивает молодая мать, — Розу Марковну, даму в 120 килограмм чистого веса. Чем вы кормите ребенка?» «Как чем? Бюстом?» «Товарищ техник-смотритель, я вам уже 3 раза писал. У меня в квартире на Малой Арнаутской 13 потолок протекает. А я вам уже 3-й раз объясняю, это потому, что идет дождь. Неужели непонятно?»